Доброе утро, Крипи. Как тебе спалось? Доброе утро, Фредбер. Спалось-то мне хорошо, но у меня возникла проблема. У меня нет расчески. Неужели я буду ходить лохматая? Нет, ты не будешь ходить лохматая. Вау, а ловко ты это придумал. Не зря у тебя такие острые когти. Вот бы мне такие же иметь. Зачем? Тебе же с ними будет неудобно. Ничего, зато у меня будет оружие. Фредбер, а ты не будешь против, если я после завтрака позову сюда своих друзей? Они бы хотели побывать в этом доме. Ну, я не против. Ладно, я пошла завтракать. Окей, приятного аппетита, Крипи. Спасибо, друг. 30 минут спустя. Я привела своих друзей. Фредбер, мальчика зовут Майк, а девочку Элизабет. Майк, он сын фиолетового парня. Я убью его. Молодец, что привела его, Крипи. А о чем ты? Фиолетовый парень убил меня, когда я был еще ребенком. Майк будущий убийца, поэтому я защищу тебя от опасности прямо сейчас. Нет! Фредбер, пожалуйста, не делай этого, умоляю! Нет, нет! Фредбер, если ты хочешь убить Майка, прежде всего, я вызову тебя на поединок. Давай, нападай на меня! Но ты уверена, что хочешь вызвать меня на поединок? Мы же друзья, я бы не советовал тебе это делать. Ты не справишься со мной. Ведь маленькая девочка не может одолеть здорового аниматроника. Нет, поединок будет, несмотря на то, что я намного слабее и меньше тебя. Мы это сделаем по-дружески, потом попросим друг у друга прощения. Крипи, очнись, умоляю тебя. Но хватит притворяться, Крипи! Фредбер, подожди здесь! Я сейчас за родителями Крипи скажу! Фредбер, что тут случилось? Кошмар! Кажется, я нечаянно убил Крипи! Она не дышит! Нет! Не может быть! Неужели мы остались без подруги? Так, ну-ка признавайтесь! Кто из вас двоих убил мою дочь? Это я сделал. Убийца! Как ты мог? Крипи, твоя меньшая подруга! Таким, как ты, место за решеткой! Убийца! Нет, я не хотел этого делать! Это случайность! 2 часа спустя. О боже! Кошмар! Фредбер! Вы где? Они здесь! Я приковал их к стене. Сейчас я расстреляю этих убийц. Они мне дорого заплатят за твою смерть. Глаза разуй, слепой дурак! Я жива! Тебе не получится уничтожить моих друзей. Лучше расстреляй меня! Ты точно этого хочешь? Если да, то готовься к расстрелу. Ты следующая. Нет, Крипи, не надо. Ты у меня одна. На кого ты меня кинешь? Я потеряла свою маму, но я не потеряю тебя. Кошмар, Фредди, я отправляюсь вместе с вами в мир мертвых. Если вы не будете жить, то я тоже. Крипи, я, конечно, понимаю, что ты любишь нас, и мы тебя любим. Но тебе и рано умирать. Ты еще ребенок, тебе всего 13 лет. Тебе нужно вырасти, выйти замуж, родить детей, создать семью. И что? Несмотря на все это, я пойду с вами в мир мертвых. Тебе конец, дочка. Твоя смерть близка. Можешь сопротивляться, сколько влезет, но это бесполезно. Готовься.
Сейчас я раздавлю тебя и захвачу весь город. О нет! Мой отец превратился в Твистед Фредди. Ты хочешь повоевать со мной перед моей смертью? Хорошо, посмотрим, как ты против моей силы устоишь. Ну все, отец, сдавайся! У тебя не осталось ни одного шанса! Лучше отступись и прекрати воевать с людьми! Ты думаешь, я тебе так легко и просто сдамся? Ты, мелкая зубастая уродка, я в 100 раз лучше и сильнее тебя! Не смей так говорить обо мне! На себя лучше посмотри! Если честно, то ты тоже не красавчик! Да слушать ниже тебя! Больно ты умная, ты же хотела смерти. Сейчас тебе будет смерть. Нет, нет, отпусти меня, пожалуйста, не надо. Не трогай нашу Криппи, урод. Держись, Криппи, сейчас мы тебе поможем. Ребята, это бесполезно, его трудно одолеть. Нам нужно объединить силы. Я воспользуюсь своей магией, а вы воспользуетесь ударом. Ура! Мы победили! Прости меня, пожалуйста, Криппи. Я не хотел тебе вредить. И ты меня тоже прости. Вот это смелость! Я был в шоке. Криппи, ты просто чудо! Я обожаю тебя!